Всем привет! Сегодня у нас очередное видео про китайский товар, который пришел с AliExpress. Я купил себе портативную фотостудию. Вот так эта фотостудия выглядит. Я ее уже достал из упаковочки. Упаковочка была, ну, целлофановый пакет, естественно, но не суть. Это не очень важно. Сейчас мы ее достанем и немножко, значит, посмотрим, что это такое. На самом деле вещь интересная, стоит недорого. Особенно я бы ее порекомендовал тем, кто увлекается фотографией, в том числе какие-то мелочевки, ну, так скажем, съемки не на природе, не на улице, не в помещении, не в студии, а вот именно, ну, к примеру, захотелось бы мне снять вот эти часы красиво. Ну, как их снять красиво? Сразу встает куча вопросов, сами понимаете. Надо фон, надо свет, надо, ну, короче, куча всего. Или кольцо, или мелочь какую-то, или монету. Вот я, допустим, собираю монеты. Вот, например, такая монета там, или такая монета, да. Как-то надо это сфотографировать. Сейчас я вам покажу, для чего это примерно я купил. И это я попробую. Значит, тут инструкция по сборке, В комплекте, смотрите, идут коврики разных цветов. Белый, черный, желтый, да, синий, зеленый, красный. То есть, для чего эти коврики? Ну, сам софт, этот студия-то, так скажем, белого цвета. Выглядит она вот так. Сейчас мы ее разложим. Плюс, конечно, в том, что, во-первых, она, вот смотрите, она портативная, реально. Ее можно взять с собой куда угодно, а можно просто дома собрать, и она не занимает много места. То есть, вот она разбирается так. Потом берется какой-то коврик. Ну, допустим, я предполагаю, что я буду снимать на черном. Тогда я беру черный коврик. Одеваем сюда. Вот тут есть специальные такие крючочки. Защипы. Одеваем на этот защип черный коврик, чтобы он никуда не сползал. И теперь, собственно, собираем эту конструкцию. Собирается она, наверное, как-то. Вот так, не так, вот так. Вот сюда, сюда защипы. Тут видите? Так, защип. И тут защип. Вот. Вот все. Коврик берем теперь. Вот так вот сюда складываем. И вот смотрите, что получилось. Получился реальный такой фотостудия в черном цвете, да? То есть, если туда света дать. Давайте сейчас попробуем. В комплекте дается еще вот такой вот шнурок, щенюрек. Этот шнурек для того, чтобы обеспечить подключение LED-ов, освещение. Можно, конечно, вот тут есть такая сверху отверстие. Сюда можно вставить какой-то свой осветитель дополнительный, если очень хочется, если сверху свет нужен. Если не нужен сверху свет, то давайте сейчас включим свет этот ледовский. Посмотрим, что дает ледовский свет, да? Как он тут? Тут эти мини-USB. Микро, вернее, не мини, а микро. Микро-USB. Вот второй микро-USB. Вставляется два микро-USB. И, наверное, это надо все воткнуть в какой-то USB питания. Так, сейчас запитаем. Найдем какое-нибудь приспособление для запитать. О. О, смотрите, какая штуковина. Ничего себе. Вот. И теперь, допустим, я хочу сфоткать на этом фоне. Ну, что я хочу сфоткать? Давайте что-нибудь красивое сейчас что-нибудь. Получается, на таком фоне можно с хорошим освещением, неважно в каком месте, делать какие-то видеосъемки или фотосъемки. И потом при редактировании получится удивительно хорошие показатели, что называется. Вот я хочу часики сфоткать. О,
И, допустим, вот. Потом в редакторе можно подредактировать, покрасить. Получается достаточно аккуратная такая и достаточно равномерное освещение, видите, да? То есть мне не, в темной комнате не приходится думать о том, как добавить света, что сделать со светом. А очень даже я, в принципе, доволен за эти деньги. То есть я получаю то, чего у меня дальше не было раньше. Вот можно даже опустить пониже, вот так. Во. И вот получается такая вот штуковина. А если поставить зеленый коврик, знаете, да, вот берем зеленый коврик. Если поставить зеленый коврик, то вот так называемый хромакей, да, то можно снять, потом под зеленое подложить что угодно, убрать фон, поставить свой, свою какую-то подложку. В общем, вариантов очень много. Ну, то есть, студия получилась такая, действительно, мини-студия. И не за небольшие деньги. Очень приятная штуковина, на самом деле. Все, всем пока. Ссылочку оставлю, мало ли кому интересно. Такая штуковина. Всем удачи, всем пока. Увидимся.